Мы продолжаем ремонт в нашей квартире. Мы уже заштукатурили стены, покрыли их в два слоя, но не полностью. То есть здесь вы можете увидеть, что есть еще серые просветы. Там, где неровности, мы их будем еще дополнительно вторым слоем покрывать. На этой стене мы оставили зону для кухонного фартука, то есть там не требуется штукатуривания. Мы дополнительно просто ее прогрунтуем перед поклейкой плиты. Вот здесь мы можем увидеть, где мы уже прям сделали идеально красивый угол. Он покрыт в несколько слоев, он выровнен, он очень хорошо зашпаклеван. Осталось только его ошкурить, и мы уже будем красить стены. Здесь потолок мы еще пока не начали. Эти стены мы еще будем дополнительно вторым слоем шпаклевать в разные неровности, переходы, перепады. Но мы уже начали шпаклевать потолок в коридоре. Здесь у нас потолок гораздо более неровный. Здесь есть ярко выраженные швы плит. И вот здесь, вот в этой зоне, это очень хорошо видно. То есть здесь еще будет слоя 3-4 нанесено. Хотя нам советовали еще дополнительно использовать стеклохолст. Но мы решили его не использовать, так сказать, сэкономить. Мы больше просто будем накладывать смеси, чтобы это все более или менее выровнять. Также стены здесь мы будем дополнительно грунтовать. Возможно, в один слой мы их прошпаклеваем перед поклейкой обоев, потому что здесь мы не будем красить стены. Просто будем клеить хорошие моющиеся обои. Перейдем в санузел. Здесь в санузле мы будем красить две стены. То есть, следовательно, и шпаклевать мы тоже будем только две стены. То есть, вот эту стену и стену с дверью. Самую сухую зону. Мокрую зону мы будем клеить в плитке. Ее мы шпаклевать не будем. Здесь дополнительно мы будем ставить короб для душевой системы. Стена у нас по длине 1,60 м, ванную мы купили на 1,5 м. Чтобы не штробить стену, не трогать ее, поскольку мы очень сомневаемся, насколько она толстая, мы просто будем делать короб из гипсокартона и устанавливать туда уже душевую систему с тропическим душем, который будет выведен из потолка. Потолок мы будем делать из пластиковых панелей, чтобы было, ну, проще, экономичнее, это быстрее все устанавливается. Когда уже к нему перейдем, мы его дополнительно вам снимем и покажем. Также мы будем закрывать в короб вот эти трубы. Что с ним, что с коробом будем делать, мы пока не решили. Либо это будет плитка тоже и будет использоваться потайной люк для счетчиков, чтобы до них дойти. Либо это будет тоже просто покрашено, зашпаклевано. То есть гипсокартон зашпаклеван, покрашен. И просто будет белый красивый аккуратный лючок. Это уже будет гораздо бюджетнее вариант. Но мы пока думаем, что будет лучше. На полу здесь будет плитка, что в санузле, то и в коридоре. В комнату мы тоже планировали изначально продолжать плитку, но поскольку это очень затратно и по финансовой, и по времени, мы уже склоняемся просто к ламинату. Но мы пока еще думаем, пока еще не определились. В следующих видео, я думаю, вы уже увидите наше решение. Всем хорошего настроения, подписывайтесь. Всем пока.